Лев известен своим бесстрашием. Лев – самая крупная африканская кошка. Взрослый самец может весить до 230 килограммов. Самка меньше по размеру, но ее вес порой достигает 180 килограммов. Львы – единственные представители семейства кошачьих, которые живут семейными группами или прайдами. Прайд обычно состоит из самок, имеющих родственные связи, их детенышей, а также нескольких самцов. У здорового взрослого льва нет естественных врагов. Однако жизни львов все же угрожает опасность. Она исходит от других львов. Львы могут попытаться изгнать из прайда самцов и занять их место. В случае успеха львы, захватившие прайд, убивают всех детенышей, чтобы произвести собственное потомство. Сами по себе львята абсолютно беспомощны. Однако взрослые яростно защищают малышей. Как самцы, так и самки охраняют прайд от вторжения чужаков.